without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. I see you again. We've come a long way, yeah, we came a long way from where we began. Всем в очередной раз привет, с вами в очередной раз Беринг, и это будет просто-напросто разговорный ролик, дабы объяснить, что происходит, почему это происходит, и дабы избежать повторяющихся вопросов в дальнейшем, которые будут связаны с уходом с Гранде. Я просто буду ссылаться на это видео, и все. В общем, я понимаю, что я персона далеко не популярная, и как-то словосочетание «ухожу с Гранде» звучит довольно громко, но в принципе так оно и есть. Я на Гранде провел довольно большое количество времени, еще летом прошлого года я начинал там свой игровой путь с самого открытия Сатурна, и буквально за 2 недели я отстоял лидерство и получил должность админа. В этом же году, начиная с июля, я довольно-таки активно стримил на Гранде, и по итогу уже во второй раз стал администратором, и админка была выдана чисто из разряда админка для контента. Все было вроде как хорошо, но неожиданно 18 числа они написали мне, мол, так и так, но мы вынуждены разорвать с вами сотрудничество. Я, конечно, немного удивился, но это все же было ожидаемо, потому что в летний период они поскупали рекламу практически у всех, у кого это было возможно, позаказывали стримы и тому подобное, а начиная с осеннего периода медленно, но уверенно начали прощаться с большей частью людей, которые у них снимали. И как раз таки это все дело дошло и до меня. Я не особо понимаю, почему они вообще начали расставаться с ютуберами, но так или иначе, это их проект, они им руководят, и вправе делать с ним все что угодно, так что да. Как бы, возможно, печально для кого-то это не звучало, но с Гранда я ухожу, потому что единственным для меня таким крайне привлекательным моментом была как раз таки должность админа. Сейчас ее нет, и задерживаться уже особого желания, соответственно, тоже не имеется. Я, опять же, ни в коем случае не призываю там никого уходить с Гранда, потому что я оттуда ушел. У каждого своя голова на плечах, и каждый играет там, где ему комфортно. Мне же на Гранде уже этого комфорта не видать, так что грядет нечто новое. Ну и сразу же, дабы избежать какой-то лишней возможной интриги, скажу привет Аризоне Ролплей. Да, я, честно говоря, не особо долго задумывался, куда мне податься после Гранда, потому что при возможности нужно выбирать лучшее, а Аризона, как минимум в плане онлайна, в плане количества аудитории, в плане скорости развития, вероятнее всего лучше является. Я прекрасно понимаю, что, возможно, сейчас польется какая-то волна негодования и всего подобного, но все же не признавать того, что Аризона — это довольно-таки неплохой сервер, мне кажется глупо. Тут собралось большое количество ютуберов, и, возможно, это откроет своеобразный мост для каких-то совместных роликов с кем-либо, и все в таком духе. Да и к тому же, я как-то делал опрос в группе ВК касаемо того, кто где играет, и даже несмотря на то, что тогда я снимал на Гранде, большая часть голосов была отдана как раз-таки за Аризону. Собственно, такие вот дела. Я надеюсь, что большая часть из вас на все происходящее отреагирует лояльно. Единственный минус в этом переходе для меня — это невозможность дальнейшей съемки админ-будней, но отчасти это компенсируется изучением мода Аризоны, так что какая-то замена всего этого дела присутствует. Снимать я планирую на Сентровзе, потому что открылся он довольно недавно, онлайн там сейчас явно не маленький, и чего-то до интересного найду. Можете регистрироваться на мой никнейм, он будет в описании. Ну и в общем-то, с вами был Беринг, и до выпуска новых видеороликов.